Россиян начнут проверять на иммунитет к вирусным заболеваниям. В нашей стране будет внедрена новая система мониторинга. Она поможет предотвратить различные биологические угрозы, распространение различных вирусных заболеваний и инфекций с эпидемиями. Необходимость проверки иммунитета возникла в связи с тем, что многие взрослые не помнят, какими вирусными заболеваниями переболели в детстве, а их детские карточки в клиниках были утеряны. Специалисты из исследовательского центра говорят, что данные позволят в перспективе строить прогнозы по защищенности россиян с тем, чтобы повысить их безопасность. Пилотный проект уже осуществляется в 9 регионах России 2 года. В нем приняли участие 30 000 добровольцев.